Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Обзоры техники, которая выходит на продажу, открытие контейнеров, прокруты рулеток, анонсы и многое-многое другое. Все это вы найдете именно на этом канале, поэтому имеет смысл на него подписаться и прожать на колокольчик для того, чтобы не пропустить выход следующего видео. В начале данного видоса хочу поговорить с теми ребятами, которые, в том числе используя хамство, писали мне в комментариях по поводу того, что я, культурно выражаясь, ввожу игроков в заблуждение по поводу того, когда будет стартовать клановый ивент. Ну что, ребят, кто оказался прав? Клановый ивент ожидает нас уже в мае, а не в апреле, как многие мне писали. И что же станет главной наградой? Ну, как все вы уже знаете, есть информация по поводу того, что главной наградой кланового ивента станет Бачат 25Т. Ну и я лично этому очень сильно рад. Почему так? Даже несмотря на то, что я не любитель легких танков, все же меня радует то, что после того, как клановыми наградами были ПТ-шка и, можно сказать, вполне себе годный тяжелый танк, ребята-разработчики решили главной наградой сделать ЛТ-шку 9 уровня, коллекционка, которую, да, можно будет продать за 5000 голды, но все-таки мне кажется, что лучше этого малыша оставить у себя в коллекции. Что собой представляет машина? На данный момент известны следующие технические характеристики. По хпшечке не так уж и много, 1650 единиц, но при этом всем имеем 2544 единицы ДПМа, все благодаря барабану на 3 снаряда со временем перезарядки в 2,5 секунды между снарядами и всего лишь 17 секунд перезарядки магазина в целом. При этом имеем 225 миллиметров пробития, которое можно будет улучшить калиброванными снарядами. Ну а что касается альфы, тут тоже довольно-таки не кисло, 310 единиц, да все это на 3 снаряда, до этого получаем 930 бешеного ДПМа с одного барабана. Если мы будем говорить с вами о сведении, то да, цифра изначально может, конечно, вас испугать, 4,4 секунды, но помните о том, что двумя слотами можно улучшить данный показатель. Я думаю, что можно его привести до 3,8, а возможно даже до 3,6 секунды. Что можно сказать про УВН? Да, скучно, неинтересно, минус 6, но это только если будете склонять орудие впереди себя. На борт, мне кажется, должно быть немножечко побольше. Ну и главным плюсом данной машины является то, что вы всегда сможете дать на пятки и свалить с того места, где могут вам хорошенько надрать задницу, потому что здесь 62 километра вперед и 18 километров назад. Средняя скорость составляет 40 километров, и что самое приятное в этой машине, это то, что она действительно круто срывается с места, и ее нет необходимости сильно кочегарить. Я очень сильно надеюсь, что вы успели найти себе подходящий клан, ну а если нет, то, ребят, ищите, потому что клановый ивент уже скоро, и я больше чем уверен, что каждый из вас хотел бы забрать себе данную машину. Ну а те 350 игроков, которые находятся в 7 моих кланах, ребят, вы уже нашли правильные кланы, и я больше чем уверен, что мы, друзья мои, все вместе заберем каждый себе по главной награде уж точно. Причем для нас это не будет какими-то большими усилиями. И спасибо вам большое за то, что вы не смеялись надо мной, когда я заблаговременно создавал 3 дополнительных клана к 4 уже имеющимся. Ну и, соответственно, заняли места в этих кланах. Друзья мои, всем приятного прохождения кланового ивента. Я лично ожидаю данного игрового события, ну, очень сильно, потому что я хочу пополнить свою коллекцию на 9 уровне. Всем искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.